Ай, колеса! Колеса! Назад, назад, назад! Давай, давай! Ну блин, а! Ух ты, что! Смотрите, что они с машиной сделали! Ой-ой-ой, еще их в воздухе машину бьют! О-о-о-о, они психи! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Профит, Васаби, Фриз, Фуфло, Подлючка, Радекс, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Я скачал нового реалистичного абунга, вот так и называется, реалистичный абунга. Если тебе текущий приятного аппетита, у нас сегодня выживание, веселье и угар. Погнали. Так, для начала ставлю одного, а то бы не смотреть, лагают они или нет. Смотрите, насколько классная текстура, и он даже какие-то звуки издает. Ну да, что-то болтает, ходит. Так, одного мало. Одного мало, давайте сразу лупанем. Ох ты, блин, вот это я увалился. Но я поддался ему на самом деле, как Дима. Всегда. Дима, он с нами разговаривает. Я знаю, я знаю. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. Если вы хотите с нами пообщаться или попасть в ролик, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Ну, они, кажется, такие же по скорости, как и те, да, которые у нас были? Немножко, может, медленнее. Они так прикольно, они битбоксят даже. Смотрите, как красиво он замочил его. А чё они все за мной? Вот скажите мне вот это вот, пожалуйста. Почему вы все за мной бегаете? Тут же хватает. Потому что заслужил. От меня воняет, кто-то сказал, да? Не, заслужил, потому что... Я на одеколонился бунговым одеколоном, чтобы они меня мочили. Вот сейчас они меня не достанут, смотри. Ай-яй-яй, упадут? О, ребята, от них можно спрыгивать. Ой-ой-ой, забыл, они тоже спрыгивают. Еще бы чуть-чуть бы, ребята, еще бы чуть-чуть, но я не попался. Так, я так понимаю, что надо добавлять еще. Саня. Есть, я поставил. Кстати, знаете, что я заметил от этих бунков? Они не телепортируются. А те бунки телепортировались. Вы ведь хотите, чтобы Дима умер, да? Ой. Я специально так поставил бунку, чтобы вы слились. Ах. А что ты хотел? Выживать всегда так не будет. Короче, по старой схеме в конце ролика будем смотреть, у кого сколько смертей. Я так думаю, что вначале перед записью вы не сильно друг друга мочили? Мочили очень да. А, мочи очень слабо. Очень слабо, да? Особенно наши с Радексом выступления. Гусанёк, привет. Привет. Бегите. А он не спрыгнул, это прикольно. Ой. Так, я понимаю, еще, да, надо добавлять? Да, давай, давай. Давайте да. Как раз будем проверять, насколько они оптимизированы. Мне кажется, они вообще не тормозят, да? Четко идут. Да, нет, да, вообще и четко. Типа, знаешь? Они меня я, похоже, понял. Ребята, я их поставил по всей карте специально. Все, сейчас мы спрыгнем вот здесь, чтобы сразу не проиграть. Ну что, я думаю, Дима, я поставил где-то около 50 штук уже. Дима, тебе конец. Его вдруг. Ой-ой-ой, толпа какая, это жесть. Вот это класс. Васаби, посмотри, сколько за мной бежит. По всей карте ребята наставил, по всей. Они вон купаются, кстати. Хотел Диму застопить. Не, не надо, никогда в жизни. Вот это их много, это просто не... чувак отлетел красиво. Дима, они не могут в воду залазить. Могут. Опа-па. Могут. Знаешь что, Дима, они нам хлеба предлагают. Так бери хлеб. А мне вкусный. А я хот-дога возьму у них. Васаби, васаби. Смотри, как мы подлетаем, когда они нас под водой убивают. А, ты давай, умри. Умирай, умирай, потому что нам надо в конце ро... Блин. Вот это я сальтуху закрутил. Красавчик. Я так заметил, когда они убивают красный экран. Раньше такого не было, да, когда убивали? Это именно от них. Дима, ты на гимнасте, что сальто делаешь? Ну да, я ж тренировался. Именно смерть это бунги, это сразу сальтуха. А вообще без проблем спрыгивают. Че, еще добавлять, пацаны? Да. Нет. Давайте проверим, у кого какой пинг. Лагает или нет. А, я вспомнил, они никого нет. Не, у меня не лагает, у меня 5 пинг, это означает, что мой компьютер еще все тянет. Короче, а ты что? У меня пинг маленький, все хорошо. Добавляем еще. Нет, зачем?
Он, о, все, лимит, ребята, 100 штук поставил. 100 абун. Оно и видно. Даже 101 вроде бы. Ну все, повыживаем, посмотрим, кто сколько выживет. Может еще добавлять, не? Нет. Не надо? Хорошо. Давай еще добавлять, если их можно будет включить. Так, тихонечко, тихонечко. Да блин, увязался за мной, подлец. О, еще один умер, я вижу, Радекс. Таня, я так понимаю, бегать, умри. При таком количестве они просто окружают, да, никак не убежать от них. Или возможно. А пуфлика ЛТБ крысы. Ну я убегаю уже 5 минут. Молодец. Ну да, ролик раз 5 Фуфлик, минут. Фуфлик, резайся давай. Эй, фуфло, ты чё, нельзя так делать. Ты что, как гусанёк читер? Обманщик. Саня, как обычно, он... Дим, понимаешь, он знает то, что кто самый лучший убегальщик и за мной бегает. А, ну это ты уже мою схему, да, своровал? Чё? Офигеть, их там на спавне. Интересно, догонят? Ой-ой-ой! Да блин, я думал, я нашел место, где не убивать не могут. А! Они на спавне засаживают. Это жизнь какая-то. Прикольно, они битбоксят. Так. А они там что-то говорят про битбокс. Ты думаешь? Да, я там что-то не говорю. Я вот они сейчас рядом со мной пробежали, они сказали про битбокс и начали... Дима! Да я случайно машину взял, я не хотел. Случайно? Я на машине выживаю. Чё, офигел? Я беру РПГ. Ой, они мне колесо отломали. А, я без колес. Газуй, 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 газуй. Они все в подвале. Ой-ой-ой, что делается? Они машину ломают, смотрите, как они бьют. А я целый. Так они хотят попасть ко мне в машину. Ой-ой-ой, я живой! Я живой! А вон машина моя, смотрите! О-о-о, сальтуху закрутила, неплохо. Это было прикольно. Что, вон за меня? Газуй, газуй, газуй. А, опять колесо оторвали! А. Вот это жесть! Они моментально, смотрите, сколько их набежало. Текстурка очень круто сделана. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отвалите от меня! Сейчас машина взорвется. 3, 2, 1, 0. Взрывайся. Ой, как по таймингу угадал. А, я в этот раз умер. Так, бежим, бежим, бежим. Куда его? А, да я ж бежал. А, да блин! Это просто жесть какая-то, их настолько много. Надеюсь, тут никто меня не встретит. Подкинули. Да они нормально так подкидывают, пацаны. Ты четко. Они не любят стоять на месте. А! Ай, колеса! Колеса! Назад, назад, назад! Давай, давай! Ну блин, а! Ух ты, что! Смотрите, что они с машиной сделали! Ой-ой-ой, еще их в воздухе машину бьют! О-хо-хо-хо, они психи! А что они за машина? Там кто-то сидит в машине, да? Дима, у меня вакханалия тут. Да, я вижу. Я сижу. Так, я знаю, ребята, что надо сделать, чтобы повыживать. Сейчас мы кое-что проверим. Нет? А вот давайте проверим в танке, они меня поймают или нет? Да что, негодяй! Ой. Ого, а вы что, на крышу позалазили, пацаны? Мы ж не договаривались меня на крышу. Ай. Они меня подкинули. Ой-ой-ой, танк поломали! Даже танк! А я знаю, как они бьют. Как они бьют по танку. Мне кажется, танк они будут очень долго бить. А если я выйду, я сразу умру или нет? Как вы думаете? Да. Давайте посмотрим, насколько они долго танк будут бить. Это гул стоит. И пацаны, я на себя их всех заманил. Они все против танка. Вот кто спавнит? Что творится? Так, я попробую выйти. Ой-ой-ой. Что с танком? Беги! Короче, если убегать, то лучше на легковой.
Да блин, я не успел, опять колеса оторвали. Негодяи, помогите. Ух ты, я без... А, без колес еду? Я газую. А если от первого лица? Что творится? Помоги! Нереальное количество. Сейчас они меня опять окружат. Они на машину заплатят прям. Так, еще дым не идет с капота, значит все нормально, я выживаю. Я выжил, в принципе 95 хп, мне взрывом откинет, я выжил. Сейчас мы это как раз и проверим, чтобы на будущее знать. Ты так был стоит! На кнопку пробел. Танк ломает мгновенно, машины легковые ломают мгновенно. Да, даже... Ой, лагает, пацаны, вы там что-то спамните. Мы ничего не спамним. А. Короче, я удалил машину, думаю, я выживу, а я не вижу. Красота, стоим. Кстати, у меня, наверное, будет самое меньше смертей. У меня всего 15 смертей, вы представляете? А ты у ОЛТБ посмотри. ОЛТБ? У Радекса посмотри. Ого, 40. Ну, пока мы все на последнем месте. Короче, я знаю, на чем я поеду, я нашел танк. Ой, блин, провтыкал. Ой, колеса нету. Провтыкал, а, передний привод был. Ах, да что это было? Это просто трындец. Ой, я проехал их. На машине? Да. Молодец, повезло. Ой, но ой, нет, ой, ой. Это просто жесть. Ай, ух, кто ушли в машину? Сальтухи такие тут, они как в салют разлетаются. Ну, машину так, так, так. Машину удалил кто-то? Правильно, да. Ты должен был умереть. Правильно. Ты же должен быть на последнем месте. Ну пока мисс Радекс у нас, да, хуже всех. Радекс, это я. На тебе вам машину. Это шутка, Радекс, это не я. Ха-ха-ха. Посмотри, беги быстрее. Куда быстрее бежать, я думаю, какую машину буду спавнить. Ого, они там машины вот долбят. Вот, смотри, какая классная. 101 бунга. Это просто, даже типа, да, 101. Так, хорошо выживают, прям, знаете, классно. Они прям не сильно-то и мочат. Ну, давай, подойди, устай. Нет, ну так я просто убегаю от них, я ж умно делаю. Я успею, вот смотри, сейчас пропрыгаю здесь. Пробелом вообще легко выживать, просто нереально легко. Ой, в воду упал, блин. Случайно посмотрел на другой экран. Мне кажется, они в воде меня убьют. Блин. Ой-ой-ой-ой, быстрее, быстрее, быстрее. Я успею на сушу. Давай, давай, аж ноги поджимаю, так плыву. А, есть, есть. Да. Пацаны все затихли, но я вижу, а кто вот... там летает? Регулярно кто-то сливается. Я. Нате вам диван, понюхайте. Я не могу, они Радекс даже... Радекс даже с джедайским мечом не может. Да? Джедайский меч, в принципе, да, даже мешать будет. Не, у джедайского меча там прикрылось. На, колеса оторвали. Давайте поможем Абунда. Ого, они даже гранаты откидывают. Невозможно. У них как щит свой. Ай, блин, не увидел, откуда он взялся, этот мордоворот. Красиво! Это было эпично! Ой, красиво! Было бы там окно открыто, я бы окно залетел. Опять кого-то бьют, я слышу. А кто-то в машину сел просто. Но я не думаю, что если в машине сидеть, по-любому смерть сразу. Там лучше бегать без машины. Я уже заметил, что как машина, это каждый раз один к смерти. И это последнее место. Давайте посмотрим. Фуфли, кресло и садовань. Сейчас их турки убивают. Да, и через стены. Ой, а чья-то машина поломатая. Поломатая? Это не толпой. Ну да. Жок. Отлично. Я даже никого не вижу. У нас 8 человек, я вот не вижу никого. Где все? Вы где, пацаны? Заспавниться невозможно. Ходим, гуляем. А, даже заспавниться невозможно? Да. Ну, в этом же прикол, надо просто подождать, пока они отбегут, а вы же сразу спавнитесь. Нет, там кто-то просто стоит. Ой, блин, не ту кнопку нажал. Ой, я не хотел, извини. Обстоятельства.
кто стреляет? Так, ну раз война. Я не хотел тоже в этот раз. Влетел. А! Ой. Ай, блин, не увидел. А что у нас? А ну да, в принципе, я сам начал. Еще плюс обунги. Красиво в воздухе убил. Это не я. Это не я. Вакханалия, ребята, начинается. Опа, падали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я что-то думал, они в щели туда попадают. Мы от обунг будем быстрее умирать. Ой, лох радокс. Мне интересно, они сюда придут? Ой-ой-ой, я забежал в темную часть карты. Ой, Дима, они все к тебе. Идем Диму на перехват ловить. А! Блин, я испугался. Зато я их заманил немножко. Ай, кто-то по мне попадает. Ай, сзади. Красиво. Красиво. Ай! Это карма, я убил его, а они убили меня. Ай-яй-яй! Я еще оставлю, пацаны. Или не надо? Не надо, и так вот. А кто в машине сидит? Не надо. Да надо, надо. Блин, я не то нажал! Я не то нажал! Дима, куда ты попал? Да я случайно! Да я не хотел, это случайно. Ой-ой-ой, не ракета! Ракета в воздухе! Прощайте! А потому что заслужил. Прощайте! Hello, this is your former president Barack Obama. Ой-ой-ой-ой-ой! Да ё-моё, даже заспавниться невозможно. Я возрождаться не буду. Бомба летит. Нет! Ладно. Эй, блин! Так, ну что, я очищаю карту. И мы смотрим, кто сколько раз умер. Проверяем. Кирилл, я видел, он просто не спавнился. Кто-кто? Я спавнился, я умирал Фриз. Сразу. Фриз, хорошо. Так, смотрим, у кого самое больше смертей? Радек, 73 смерти. А самое меньшее? У подлючки. А нет, у Фриза. Ну он читерил. Нет, Фриз читерил, он не спавнился. Хорошо, смотрим следующее. У подлючки тогда меньше всего. Все, подлючка. Я спавнился. Первое место, Радекс последнее место. А второе место да. Занял у нас я. Молодец. Нет, ты софлову разделил. Да, да, мы с тобой на втором месте. Хорошо. А я на третьем. Победила Бунга, вот так будет по-честному. Нет. Реально, ладно, да. Реально, заслужил. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще таких много угарных и веселых серий с реалистичным Абунгой, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Вам всем отличного настроения. Всем пока.